Всем привет! Как же поставить значок в видео или превью картинку? Для меня самый главный вопрос был, можно ли поставить значок, не монетизируя ролики. Так как у меня канал в начальной стадии развития и с монетизацией я еще не определился, я не хотел его включать. На сегодняшний момент значок в видео поставить очень просто, не меняя ни страну, не включая монетизацию, если вы тоже пока не определились с ней. Нажимаем в правом верхнем углу свой логотип. Далее на шестеренку, заходим в настройки YouTube, общая информация, переходим на вкладку «Статус и функции». Здесь необходимо подтвердить свой аккаунт. Подтверждение проходит через SMS по телефону. На один номер можно подтверждать два канала в год. Также у аккаунта должна быть хорошая репутация для загрузки своих значков в видео. Ведь не секрет, что хорошая, яркая, информативная превью-картинка, несущая интригующую информацию, это один из способов и, может, самый первый способ привлечь и заинтересовать зрителей. Наверное, все сначала смотрят значок видео и только потом читают название. После подтверждения аккаунта через SMS статус «Пользовательские значки видео» загорается зеленым. У меня аккаунт уже подтвержден. Переходим в менеджер видео. Выбираем ролик без превью картинки. Нажимаем кнопку «Изменить». Внизу появляется кнопка «Свой значок». Нажимаем. Открываем свою картинку. Делать картинки можно в любом графическом редакторе. Рекомендуемые параметры для картинки: разрешение 1280 на 720, размер изображения не более 2 МБ, широкоэкранный формат 16 на 9. Текст на картинке пишем крупным выделяющимся шрифтом. И вообще делаем картинку яркую, красивую и интересную. Открываем. Идет добавление картинки. Не забываем нажать кнопку «Сохранить». Все. Наслаждаемся результатом. Правила размещения своего изображения или превью картинки. Всем творческих успехов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.